Малахов и Шкулева мечтали о ребенке 6 лет. Супруга телеведущего Андрея Малахова должна родить первенца в начале ноября. Наталья Шкулева находится на 7-м месяце беременности. Сам Малахов не скрывает. «Я долгое время мечтал о ребенке. За 6 лет брака близкие друзья и поклонники не переставали интересоваться, когда у пары появится малыш. Однако супруги предпочитали отмалчиваться. Андрей Малахов становился крестным отцом детей коллег и друзей, занимался благотворительностью и даже вкладывал средства в строительство храма. Супруга Малахова Наталья Шкулева буквально светится от счастья. На последних месяцах беременности она редко появляется на светских мероприятиях. Однако она пришла поддержать мужа на пилотных выпусках программы «Прямой эфир». Шкулева скрывала округлившийся животик под просторным платьем. Однако телезрители заметили, что Наталья находится на последних сроках беременности. Тем временем поклонники обсуждают пол будущего ребенка. Многие уверены, что у пары родится девочка.